Хотя еще совсем недавно у молодых венценосных семей были совершенно другие планы. Несмотря на множащиеся слухи о том, что между братьями принцами Гарри и Уильямом пробежала черная кошка из-за напряженных отношений их вторых половин Меган и Кейт, супружеские пары, проведу Рождество все вместе с королевой в Норфолке. Об этом изданию Daily Mail сообщили королевские источники. Хотя еще совсем недавно у обеих пар планы на один из главных британских семейных праздников были совершенно другие. Уильям и Кейт собирались провести Рождество с семьей Миддлтон в Баклбери, а Гарри и Меган планировали побывать в Сандрингеме, возможно, с матерью Меган Маркл. И все-таки Норфолк. Венценосные молодые семьи будут являть миру чудеса дружелюбия и семейного единения. Хотя источники утверждают, что супруги принцев не особенно хорошо ладят. К слову, эти новости приходят на фоне появившихся сообщений о том, что принц Гарри и его жена Меган диктаторски ведут себя по отношению к своим помощникам и работникам. Так, личная помощница Меган Маркл была вынуждена уволиться в результате постоянно растущих требований принцессы.